Сегодня суббота, 24 февраля. Вот. Нас не было 4 дня. То есть вторник, среда, четверг я отсутствовал здесь. Правда, вчера утром я с Антоном и с Аркадием мы сделали нижнюю обвязку по всему нашему периметру. Вот Антоха зачистил, обезжирил. Что там дальше, Антон? Блин, там операции 10 было. Обезжирил, потом прошел каким-то составом, чтобы ржавчину съело, потом это все помыл, ну, чистой водой, и теперь вот наносит грунт. Вот. То есть потихоньку двигаемся. Вот. Что сделано на втором участке? Вот, сегодня приступили. У нас дожди были. Сейчас как-то гадко. Вот. Что сделано на втором участке? Начали мы ставить стены с Аркадием. Собрали заднюю и переднюю стены. Вот. Сделали верхнюю обвязку. Вот. Теперь это выглядит вот так вот. Вот. Ну, то есть начали строить уже каркас. Вот так это выглядит теперь. Опа. Так, палки. Вот. Сейчас надо решить, на какой высоте будет антресоль, так называемая. Вот. Сейчас времянку пока сделаем. Вот. Ну, конечно, высоко, необычно высоко. То есть получается 4 метра стена. Вот эта стена 3,5 метра. Ну, так что вот так двигаемся.